люди будут бегать и делать то, что им спать. А если люди будут в своей головой думать и... Ну, я через день пишу запросы и мэру Москвы, и правительство, и президента, что я против этого. Давайте развивать раздельный сбор отходов. Конечно, да. И я на все эти митинги ездила против мусоросжигательных заводов. И будут еще и... У нас планировался митинг в Сокольниках, в Гайд-парке. Мы запретили, потому что увидели ажиотаж, который мы поднимаем. Они испугались и запретили.